мастер Маргариты и усадьбы Храповицкого в Центре пропаганды изобразительного искусства. Художник Александр Волков представил очередную серию своих работ. Несмотря на инженерное образование, тяга к искусству была у автора еще с детства. Но писать художник начал лишь в 2007 году. Вдохновение Александр Волков черпает у народного художника Петра Дика. Поэтому его работы тоже выполнены в технике пастели. Четвертая персональная выставка живописца собрала около 50 работ. Это дворянские усадьбы. Это любимое произведение художественное, в частности, мастера Маргариты. И это некие уголки старого Владимира. Авангардные какие-то абстрактные работы. Сейчас автор работает над целой серией картин, в которых он планирует запечатлеть 12 известных усадеб нашего края. Александр Волков уже побывал в усадьбе грузинских Шарыгиных, Танеевых и в усадьбе Храповицкого. Любовь к старинным домам чувствуется в каждой картине, считают посетители выставки. Уникальная серия с изображением усадьбы Храповицкого. Каждая картина написано с такой любовью, знаете, это наблюдательность вот за этим архитектурным собранием, как вот за живым человеком. То есть в каждой работе чувствуется настроение. Дом Храповицкого, потому что я знаком с этой усадьбой хорошо. И в новой такой интерпретации, что ли, посмотреть интересно. Не говоря произведение мастера Маргарита. И кино смотрели, и читали. Ну, а вот как художник это изобразил, ну, очень близко и понятно. Посетить выставку Александра Волкова можно до 13 мая по адресу Большая Московская, 24. Картины представлены на четвертом этаже Центра пропаганды изобразительного искусства. Дарья Шиголева, Александр Горшков, Губерния, 33.